В Южной Корее археологи раскопали роскошную гробницу V века, которая относится к периоду существования могущественного царства Силла. Скорее всего, в ней была погребена молодая представительница правящей династии, предположительно, принцесса. На это указывают обнаруженные драгоценности, позолоченная бронзовая корона, изготовленный из золота нагрудник, пара кулонов и серег, а также жуки с крыльями из жемчуга. Похожие артефакты ранее в этой стране находили только в царских гробницах. Усыпальница построена из камней, но на деревянных сваях. Диаметр погребального кургана – 30 метров. Это средний размер для гробниц того периода времени. В то же время масса каменного холма составляет 992 тонны, что свидетельствует о высоком статусе похороненного человека. А вот о том, какие шокирующие находки были сделаны при вскрытии обнаруженного в Сибири саркофага славянской принцессы, мы рассказали на нашем канале. Переходник в описании профиля и комментариях.